Долгий гудок специализированных машин дал старт параду коммунальной техники. Около 50 единиц приняли участие в мероприятии на центральной площади города Одинцово у здания администрации. Свой автопарк продемонстрировали Одинцовская теплосеть, Одинцовское городское хозяйство и Одинцовское ДРСУ. С таким арсеналом, с такими людьми, как вы, нам, конечно, не страшны ни морозы, ни снегопады, ни гололед, ни паводки. Мы однозначно справимся со всеми вызовами природы. Парад свое название полностью оправдал. Атмосфера в центре города царила праздничная. Сцена, ведущий, живой вокал. Никто не смог равнодушно пройти мимо. Зима совсем близко, это значит, что все силы должны быть готовы к работе в любую погоду. В этот день жители города убедились, что содержание дворов, тротуаров и дорог будет на самом высоком уровне. У нас подготовлено 175 единиц техники, которые будут участвовать на работах во дворах и межквартальных пространствах. И плюс к этой технике еще будет привлечена дорожная техника в объеме примерно около 100 единиц. Техническая готовность к осенне-зимнему сезону в Одинцовском городском округе сегодня составляет 93%. По словам главы муниципалитета, на территории округа существуют все ресурсы для того, чтобы в зимний сезон поддерживать муниципальные дороги и дворы в чистоте. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».